Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Demon's Souls. Мы находимся в Stonefang туннеле. Это шахтерский городок, надо сказать, очень круто сделано, вот эти все детали. Мне просто, блин, интересно тут находиться, как говорится. Кстати говоря, я вот только сейчас увидел вон там интересные какие-то шняшки, как говорится. Что это такое, непонятно, как их взять тоже, как-то, блин... Как-то вообще, короче говоря. Возможно, мы сюда поднимемся попозже. Потому что вроде как сверху туда нужно пройти. Но, короче говоря, мы движемся вон в ту сторону. И там у нас какие-то непонятные товарищи с чем это они? С кострами, хотел сказать. То ли с факелами, то ли с прутьями какими-то. Ну, пойдемте поздороваемся, что. Здесь довольно сложно, но здесь, по крайней мере, не так, как на той локации, на которой я был изначально в предыдущей серии, где натурально с каждым врагом приходилось бодаться минуты по 3, по 4. Ударов по 10 выдерживал. Так, тихо. Да блин, как я не падаю? Так, давай, дружок. Ой. Не очень приятно. Я просто не ожидал, что он такую атаку сделает. Я думал, он замахнется. Хотел парировать. Он меня тупо пырнул в пузо. Ну ладно. Так, использую проникающие атаки. То есть, типа... У меня лук есть. Вот что я буду использовать. Лук очень сильно облегчает мне жизнь. То есть они мне советуют типа шпаг что-то использовать, что ли? О, ребята, у вас натурально мечи раскаленные. Так, там у нас... Туда мы, видимо, двинем, чтобы продвинуться дальше. А сюда у нас что? Колеса стоят. Так, что за Bloodstain? А, это он на этих ребят нарвался, похоже. С которым мы с расстояния разобрались. Все-таки какой-то опыт у меня уже есть. Я уже знаю, как с кем разбираться. Уже определенного рода смекалка присутствует. Офигеть. Что-то он как-то странно на меня отреагировал. То есть вообще никак. Тоже умею. И сюда. Блин, три сразу опасно. А вот так. Давай. Блин, эти балки еще мешают. Так, ладно. Блин, эти балки натурально мешают. Они перекрывают мне обзор. Тихо, тихо, ребят, спокойно. Так, один готов, наконец-то. И второму тоже настала хана. Так, теперь давайте поживимся. Куча хардстоунов больших. Но мне большие сейчас не так нужны. Мне вот, вот это мне нужно, офигенно. Сейчас я могу пойти к кузнецу. И попросить его прокачать мне либо Bastard Sword, либо секиру. Но я думаю, я на секире остановлюсь, потому что она мне больше понравилась. То есть она, конечно, побыстрее, помощнее этот Bastard Sword, полуторный меч. Но именно от скорости и неплохой урон, и то, что она такая довольно-таки небольшая, это меня сильно выручает. Хотя, конечно, дальность... У бастарда гораздо больше. Тоже в определенном смысле хорошо. Так, травинка. Травинки — это хорошо. Торговец лежит в ожидании спереди. Но это, я так понимаю, самое начало уровня. Это прекрасно, потому что мы сейчас... так, если... Да, это похоже, мы сейчас нажмем рычаг. И спустимся прямо к началу уровня. Ну-ка.
То есть, чтобы, когда мы сейчас вернемся в Nexus, прокачаем наше оружие, да выкинем всякую ерунду из инвентаря, чтобы мы могли просто отсюда подняться и уже не с начала тура начинать, а вот отсюда через срез идти прямо к этой двери призрачной. Так, самое главное сейчас не убиться. Ой-ой. Чуть не пропустил. Клирстоун. Даже не знаю, для чего это. Ой-ой-ой, тихо, ой-ой-ой. Блин. Паркур, паркур, детка. Что-то у меня как-то странно все получилось. Ой-ой-ой-ой-ой, не убивайся только, пожалуйста. Блин, ты... Ох, так, ладно. Это было самый корявый, по-моему, сам корявый спуск вообще. Из всех, что я делал когда-либо в играх. Огонь. Спасибо, Кэп. Так, ладно, меня это не пришибет. Вроде не должно. Попрошайка. А ты у нас брат того, похоже, да? Что ты какой-то маленький. Я тебя тут раньше не видел. Да какая разница? Нужен кузнец? Покажи мне монеты. Нет, выход рядом. Так, починить первым делом. Все починим. Броню починим. Шо? Так, теперь апгрейд. Тебе нужно хардстоун, но у меня их целых 17. Тебе нужно грейстоун, у меня их одна. Так, ну что, выбор очевиден тогда. Мы пока что переключимся на бастард и будем его качать. Почему бы и нет, как говорится. Так, сюда нам нужно... у нас душ не хватает. Well done. Let me go. Так, давайте тогда мы вот так. Бастард. И вот так. Возможно, это нам поможет. Дальше. Теперь его можно прокачать на Бастард Сворд плюс 4. Кроме того, на качественный Бастард Сворд плюс 1 у него урон будет поменьше. Что это нам вообще даст? Разрушительный Бастард Сворд плюс 1. Опять же, урон поменьше. Дополнительные статы какие-то. Не понял. А, он еще у врага стамину сдувает. И защиту. Понятно, это блоки прошибать. А это драконий. Так. Но пока что не заморачиваемся. У нас все равно ни на что не хватает. Как бы. Хотя вот это можно сделать. На это потребуется 820 душ. Но я думаю, пока что ни на что не будут тратить. Мне охота вообще прокачать вот это. Оно мне понравилось. Так, дальше ты. Для тебя нужно 3. У нас есть 3. И нужно 240 душ. Давайте мы это и сделаем. Well done. Так, использовать. Шо? Грейт. Отлично. Теперь нам нужно еще 4 таких же. Так, ну ладно, в принципе, неплохо. Well done. Это у нас, я так понимаю, выход обратно к началу уровня. Ну, почти, собственно говоря. Душа героя. Бедняга. Да, уж бедняга. Так, а что мы отсюда еще? Больше мы отсюда никуда не можем спуститься или подняться. Похоже, что нет. Давайте переключимся на... на Бастард плюс 3.
Я думаю, с таким уроном он нам тут больше поможет на данном этапе. И выход, я так понимаю, только с помощью этих панелей, что ли? Да. Ну ладно. Давайте обратно наверх поднимемся. Нам, в принципе, сюда не особо нужно сейчас, к Нексусу, раз мы прокачали оружие. Еще бы он хардстоуны продавал, было бы вообще отлично. Ну, вообще любые камни. Я бы сейчас души потратил. А так, ну ладно. Нормально, неплохо затарились. Давайте спробуем наш новый меч. Он, конечно, медленный. Медленный это меня не сильно, то есть тормозит. Главное, чтобы он урон нормально наносил. А с этим что-то в последнее время проблемы. Не знаю, посмотрим. Ой, ой, блин, ты что делаешь, урод? Офигеть. Выносливость-то как уходит на него. Оно рубит неплохо. То есть надо привыкать. С ним мы имеем где-то 1-2 удара, прежде чем персонаж полностью выдохнется. А потом нужно отступать. Такие у него приколы. Тут у нас меха. One shot, one kill, хорошо. Дальность, конечно, отличная. Блин, но скорость, конечно, никакущая. Так, ладно. Теперь с тобой. Да со спины он уже гарантированно убивает с одного удара. Это уже по-своему неплохо. Блин, попрошайки одни. Уже нет никакого желания читать эти сообщения, потому что, ну, натурально, блин, одно и то же пишет. Очень редко полезные попадаются. В Дарке как-то с этим получше было. Большой. Да, конечно, осколков здесь офигеть сколько. Опять попрошайки, да что ж такое? Блин. Используй проникающие атаки. Ну, в принципе, у нас такие есть. Так, вот сюда я хотел попасть. Я надеюсь, эти досочки не провалятся. Просто пробегай, написано. Давайте попробуем. Ой, блин. Так, спасибо за совет. Только сейчас мне отбегать придется. Дубина. Ну-ка, а что за дубина? Так. Дубина. Весит. Слушай, отличная вещь, по идее. Против скелетов, скажем, она нам сильно поможет. Весит она примерно как наш бастард, но при этом... она уже на плюс, то есть безо всяких плюс 1, плюс 2, плюс 3 у нее урон сотка. Но сейчас мы ее использовать не будем, смысла особого нет. Но пригодится, вещь хорошая. Теперь что, прыгать что ли? Не особо хочется-то умирать. Похоже на то. Так, ладно. Живой вроде. Сейчас по новому все оббегаем. Да, в принципе, тут не так далеко бежать. Сейчас я обязательно поставлю ему плюсик, потому что если бы не его подсказка, то мы просто не взяли бы эти вещи. А если бы он не написал, что тут надо ломиться, то все. Так, бежали. Неплохое оружие начало выпадать. Здесь вообще лута поменьше, конечно, чем в Дарке, потому что там, по-моему, в 3, что ли, раза больше. Ну, там игра сама где-то в 3 раза больше. Но все равно как-то хорошие вещи попадаются. Это меня радует. Так, давайте скажем спасибо. Так, селект, рекомендовать. Окей. Хорошо. Таперч.
Саламандра. Ну, я пока что убегать туда не хочу особо. Так, давайте попробуем. Походу не попаду. Да. Ой-ой-ой. О, ребят. Да блин. Не долетает. Я их просто по дальности уделаю сейчас и все. Давай, дружок. Да блин, доводись ты. Хорош. Блин, насколько лук облегчает жизнь. Я не знаю, что я тут делал без него. Это называется тактиш. Блин, ребята, ну что ж с вами так сложно-то все? Готов или не готов? Да бляха, муха. Так, я думаю, с тобой сначала надо было бы разобраться. Ты грохочешь что-то? Оп, добрый вечер. Так, и с тобой. Стрелочек полно. Можно не экономить. Хардстоун очередной, отлично. Это у нас что такое? Так, отсюда мы попадаем туда, нет? Нет, не попадаем, так что даже не идем. Ну, в принципе, нормально. Нормальная локация, мне она нравится. Она прикольная. Необычно, такого в Дарке не было. Очень многие локации с Demon's Souls в Дарке дублируются. То есть те же Blight Town, замки, канализация. О, стальной щит, офигенно. Так, ну-ка. Да, урон, смотри, гораздо выше. Так, а здесь есть такой параметр, как стабильность? Я пока что не вижу. Так, durability, нет, это не стабилити. Ну, определенно, он очень хорош, поэтому мы его надеваем. О, какая бандура. Ну, у нас натурально тяжелый воин, тут ничего не скажешь. Надо ему, кстати, этому тяжелому воину будет стамину прокачать, а то он кувыркается. В принципе, уже не так плохо, но мог бы и получше. Попрошайка очередной. Что ж у вас столько тут, а? Так, Bloodstain, надо быть осторожным. Что это такое? Кого-то рубал. О, там еще Bloodstain. Надо быть аккуратным. Это вы такие опасные, что ли? А ты как умер? Пошел вперед. Одна на него упала. Он начал ее рубить. Вторая упала. Сожгли его к ядрене фени. Придурки. Что же вы неосмотрительные-то такие, а? Ну, давай. Так. Свидос. Слышу собаку. Собаки — это всегда плохо, особенно такому медленному персонажу, как мой. О, ребята, вот там внизу. Так, не надо, пожалуйста, вот этого. Так, ладно, с вами все достаточно просто. Фу, так, еще слышу. Вот она. Блин, обожгла чуть-чуть. Горячие какие саламандры. Так, ну пойдемте к собачке. Опять
Опять попрошайка. Да что же, блин, вообще неохота уже читать эти сообщения. Весь интерес отбили. А то же самое, что и к чату в DayZ. Ваншот, ванкил. Еще слышу. Подо мной прям. И не одна. Давай, иди сюда, родная. Ну, давай. Готов. Так, и все, что ли? Что-то больше не слышно. Мне казалось, еще одна была. Так, заточка для оружия. Отлично. Эта заточка, она просто ремонтирует оружие, или же она как-то делает... как-то делает его, может, кровотечение какое-то на него делает. Нет, просто чинит. Ну ладно. Так, что тут дальше? Блин, крутая локация. Вообще мне нравится. Прошайка. Трава, отлично. Опасайся засады. Опасаюсь, спасибо. Так, давайте ему плюс поставим. И что тут за засада? Ну, ребята, сколько тут бладстейнов. Что-то похоже действительно нехорошее. Ну, давай. Я с этим оружием парирую? Ой, с этим щитом парировать, похоже, не могу. Да-да-да. Ну ладно, зато защита хорошая. Так, сколько у вас тут елопало? До свидания. В принципе, я бы не сказал, что это засада. Всего один на меня нападал, по очереди нападают. И то, пока сам не сагришь, они не нападут. Ничего прям такого дико страшного не замечено. Блин, вот, конечно, вот эти вот балки серьезно ограничивают обзор. Тихо, ребята. Давай. Так, минус один. Второй сейчас будет. Блин, да что ж такое? В смысле, я почему его ударами не сбиваю ему удар? Так, мне нужно отступить и подлечиться. Я вроде его убью, ему пофигу, у него замок дальше идет. Это плохо. Не поймешь, у кого так, у кого не так. Так, у меня что, только эта трава осталась? Я бы не хотел ее особо тратить. Half Moon. Давайте Half Moon поставим, что ли. Вот так. Позволять тенчантить на оружие. Откуда оно у меня вообще? Блин, я не знаю, я как это играю. Так, Half Moon. Late Moon. А, Late Moon уже стоит. Full Moon. И Late Moon. Отлично. Давай, дорогой. Оп, до свидания. Блин, ну аптечек здесь, конечно, эта локация вообще не упадает. То есть аптечки нужно искать, похоже, в замке Болетария, там их полно. Чисто бегать, фармить, как говорится.
или покупать. Что это нам дает? А здесь же в основном по камешкам ходи. О, геймпад разрядился. Ну ладно, эту серию уже на нем доиграем, я думаю. Так, а что это где? Это где это у нас такое? Ой, я даже знаю, где это мы. Ну-ка. Это мы сейчас поднимаемся наверх. А, да, все, понял я, куда идти. Поняли, поняли. Так, не сюда. Никого нового не появилось. Вот сюда. Теперь сюда вода течет. Тут был расплавленный. Непонятный металл. А теперь тут можно бегать. Опять осколки. Осколки. Шо? Шо? Так. Кольцо сопротивления яду. Отлично. С этим кольцом нужно будет идти. Хотя нет, зачем. Хотел сказать, идти в этот, в тюрьму. Но тюрьму-то мы уже прошли. И босса убили. Так, ладно, что мы тут имеем? Тут у нас подъем только, что ли? Похоже на то. Я слышу где-то здесь новых ящериц, этих саламандр огненных. Надо быть осторожным. Попрошайки, будьте вы прокляты. Попрошайки. Так, тут у нас ничего. Тут у нас... Блин, что-то я расслабился, больно быстро бегаю. Эта игра за такое любит наказывать. Ой, любит. Сколько у меня в Dark Souls, пока я прокачивал уровни за кадром смертей было. У меня в кадре-то смертей там много было. А за кадром-то уж... Офигеть, короче. Так, подожди. А там же я был, да? Там у нас саламандры на стенах сидели. Я их всех убил. Да. Попрошайка? Попрошайка. Ой, ненавижу этот тип врагов. Ну давай. Клава, давай. Давай. Ну, блин. Ну как хочешь. Так. Блин, автонаведение бы еще подольше работало, конечно. Пощель. 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 Блин, сбился прицел. Пощель. Пощель. Да, блин. Шо ты ржешь-то? Так, ладно. Поганец, ты посмотри. Давай. До свидос. Так, все, кажется. Больше-то никого нет. Ой. Так, ладно. Ну, я, конечно, хотел взять сначала. Трава, хорошо. Камешек. Камешек возрождения. Он нам не сильно нужен. Так, это что у нас такое? Куда это мы идем вообще? Просто в пещеру, похоже, какую-то. Ну, давай. Ой, подожди. Ой, нет, только не это. Ой, блин. Пауки. Я ненавижу пауков. Ой, бляха-муха. Какие отвратительные пауки.
Это чё? Это ты упал, что ли? Засада спереди. Да я что-то уже непонятное видел спереди. Добрый вечер. Так, это вся засада? Не страшно. Блин, мне бы дойти до Аркстоуна. Бонфайр, все хочу сказать. Хотя, в принципе, тут бежать-то не так уж и много, когда знаешь уже, куда идти. Так что здесь безопасно. Безопасно от чего? О, ты посмотри. Что произошло? Так, он пошел туда. Пошел. И что там? И что с ним стало? Там еще один бластый. Непонятно. Аккуратным надо быть. Еще бы видно получше было, конечно. Но вроде сверху у нас ничего нет. Ой, персонаж застрял. Так, а что тут всех убивает? Я так подозреваю, что это какой-то паук. Видимо. Попрошайки, мать вашу. Нет вроде никого. Ух ты, с копьем. Там внизу нас, похоже, смерть ждет, да? Так, ладно, тут у нас рычаг. Давайте осмотримся, там наверху ништяки лежат. Сходим туда, а потом посмотрим, что внизу. Пауков вроде не видать, это самый хороший. Потому что если я пауков сейчас увижу, то, блин... Они мало того, что противные. Ух ты, Крис Блейд. Это что это такое? Это что вообще такое? Очень легкая вещь. Ну-ка. Ну это пока понятно, да, что они для моего персонажа. Но похоже приколюха такая. У меня скорости недостаточно для нее. Понятно. Не мое. Так, ну что, давайте попробуем спуститься вниз. Посмотрим, что там всех так убивает. Будем надеяться, что мы-то справимся с первого раза. Пока ж неплохо все проходило на этой локации. Так тут босс, похоже, да? Так вот, что их убивало. И судя по обилию паутины, это что-то как раз про это. Найдешь там вещь. Давайте сходим сначала сюда тогда. Так, вроде спокойно. Блин, сейчас меня испугать. Что-нибудь резко произойдет, натурально. Страшная игра. Совершенно неожиданно. Она пугает не вот этим всяким там паранормальным. Она пугает тем, что тебя могут убить натурально везде. Неизвестностью. Так, ну и что? Что-то у нас там, я вижу, ну видите, какой-то блеск. Это, похоже, глаза чьи-то, да? Если бы у меня были друзья, говорит. Ну ладно. С Богом. Точно. Бронированный паук. Что ты можешь? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой.
Да, блин. Твою мать. Я застрял. Офигеть. Тихо. Я пока не понял, что с тобой делать. Ой-ой-ой-ой, это плохо. Это плохо. Это плохо. Да нет, не особо. Блин, прекращай. О, ребят. Блин, меня эта паутина убивает больше. Замедляет очень сильно. Что с тобой делать-то, ёлы-палы? Так, ну ладно. Ой, а, блин, куда-нибудь отойти, куда-нибудь. Сейчас меня куцанет. Так, тихо, дружок. Тихо-тихо, дорогой. Да, блин, вот эта штука, она вообще какая-то неблокируемая, похоже, что ли? Так, тихо. Твою дивизию. Есть куда спрятаться вообще от этой штуки, нет? Нет, похоже. Блин, вот это вот, конечно, неприятная тема. Да, у него все неприятная тема, но не сказать, что он прям какой-то убийственно сложный. Блин, вот это не, конечно, хреновая вещь. Тихо, дружок. Тихо. Блин, да вот это вот постоянно просто невозможно от нее увернуться, на мой взгляд. Ой, меня сейчас хорошо кацанет. Блин, давай, дружок, давай. Чуть-чуть осталось. Фу. Фу, так. Ну, с первого раза что? Могу сказать, что это было, с одной стороны, довольно-таки сложно. С другой стороны, как-то совершенно несложно. То есть, если бы у меня, конечно, не было такого количества аптечек хороших, то, возможно, это все печальнее было бы. Или если бы я был в худшей броне. А так, ну, как-то запинали, тупо запинали, без какой-либо тактики. Единственное, блокировать все время нужно было. Очень мне щит этот помог, просто офигеть как. Так, я, говорит, это сделал, молодца. Фу, так, ладно. Это, по-моему, достаточно положительная штука. Так, и что у нас там по времени? По времени у нас как раз время завершить эту серию. Но сейчас мы сначала пойдем в Nexus. Душа новая.
И в Нексусе поднимем чуть-чуть стамина с помощью душ, я думаю. Или лучше мы сейчас просто попадем в Нексус, а с помощью душ я подниму уже за кадром, потому что это не очень такое интересное зрелище. Короче говоря, Астрау мне, кстати, кто-то советовал убить, мол, он может забаговать, и в результате мы можем потерять хороший ключ. Но я не буду этого делать. То есть, вроде как с ним интересные сюжетные вещи будут. Так что пусть живет. Короче говоря, ладно, увидимся в следующей серии. Сейчас я прокачаю персонажа, да, пойдем дальше в ту же локацию, посмотрим. Возможно, там нам уже не по уровню будет дальше, но вот эта локация была достаточно неплохая. Я понял, что нам нужно выносливость прокачать, потому что это просто невероятно. Он с 2-3 ударов выдыхается. Но в целом вот эта локация была довольно прикольная, она мне очень понравилась. Мне понравилось, как я с ней справился с первого раза натурально, без одной смерти практически. А что практически, да, без одной смерти? Ну, короче говоря, ладно, увидимся в следующей серии. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.